друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. Чому Різдво кожного року буває різним, ми з вами дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. Господь требує від нас чистоти, а чистота – це є покаяння. Чоловік, очистившись від внутрішнього свого гріховного состояння, смиренним путем йде величайшим празднику Рождества Христова. Господь пришел и показал нам любовь свою, величайшую любовь к нам, человекам. Он воплотился в человека, а остался Богом. Мы можем принести Богу свою веру, свою надежду и, конечно, свою любовь. Сьогодні, друзі, ми з вами стаємо свідками найвеличнішої події світу – народження Богонемовля Христа. І я пропоную вам на власні очі побачити сяйво Вифлеємської зірки. Слава Вышних Богу и на земле мир, в человецах благоволение. Эту ангельскую песнь сегодня поет весь мир, потому что, друзья мои, Рождество. И подобно волхвам, мы идем по пути, который указывает нам Вифлеемская звезда. И сегодня мы с вами пришли в церковь Свято-Воскресенскую праздновать Рождество вместе с настоятелем, протоиереем, отцом Михаилом. Церковь эта находится в селе Березниговато. Вот видите, как далеко мы приехали. А в принципе, Рождество идет по всему миру. И поэтому мы идем с вами, друзья мои, праздновать Рождество. Вот, друзья мои, отец-настоятель нас уже ждет, и вас тоже, и готов поздравить всех с Рождеством. Отец Михаил, здравствуйте, благословите, батюшка. Здравствуйте, Бог благословит. Отец Михаил, вот встречаемся мы с вами в такой светлый, замечательный праздник, Рождество. Я понимаю, что это очень напряженные такие моменты, и для священника в первую очередь, но тем не менее, спасибо, что вы уделяете нам и нашим телезрителям это внимание драгоценное, потому что, ну, кому как не батюшке приходить в Рождество. Будьте добры, вы настоятельствуете в этом замечательном храме, это Свято-Воскресенский храм. Расскажите, пожалуйста. Свято-Воскресенский храм, история очень многогранная этого храма. Это каменное сооружение, трехпрестольный храм, центральный престол в честь величайшего празднества, это воскресение Христова Пасха. Правый предел наш, тоже величайшее празднество, это Сретение Господне. И левый предел Иоанна Богослова. История архивная почерпает информацию в 1868 году. 149 лет нашему храму, в 2018 году будет 150 лет, как мы празднуем наш храм, который практически видел все лихолетие и много священников. А таких священников, как отец Александр Антонюк, всем знакомый нам отец Борис Мартынюк, такие, будем говорить, старцы, священники, которые давали нам ту мощь натхнения, такого духовного, знаете, молиться, поститься. Ну, мы знаем, что Рождественский пост – это есть 40-дневный пост. Мы приготовляемся к величайшему празднеству Рождеству Христову. И человек приготовляется внутренним своим состоянием. Вот, например, мы убираем дома, убираем обильным, пыль вытираем,
готовимся к празднеству, достаем самые красивые, например, скатерки на стол. А внутреннее состояние, это большое внутреннее состояние, больше оно приготовляется к величайшему празднеству Рождества Христова. Человек, очистившись от внутреннего своего греховного состояния, смиренным путем идет к величайшему празднику Рождества Христова. Господь требует от нас чистоты, а чистота – это есть покаяние, покаянный процесс наш. Мы исповедуемся, каемся в своих грехах, очищаемся. И, конечно, это процесс, первоначальный процесс Рождества Христова. Дальше процесс идет. Рождение Господа, и дальше идет воскресение Христово. Этот путь, который наш храм несет, это величайшее слово воскресение Христово, Пасха. Воскресение, каждое воскресение, это есть праздник нашего храма. Воскресение большое пасхальное, а воскресение есть этот праздник, который мы с вами празднуем каждую неделю. Приходим молиться Богу. Отец Михаил, но сегодня Рождество, рождественский пост позади. Сегодня ликует и стар, и млад. И, конечно, как православному человеку, ну, не пойти в церковь, это просто невозможно себе представить. И, конечно, и ваша церковь такая старинная, и такая значительная, и такая намоленная, конечно, она тоже как корабль, который плывет, рассекая вот эти житейские волны, и плывет к Рождеству, плывет к воскресению. Рождество – это немножко детский праздник, и, конечно, дети в первую очередь не обходятся без внимания. И я знаю, что у вас при вашей церкви есть замечательная воскресная школа, которая объединяет детей всех, а особенно вы собираете сирот и бедных, из бедных семей. А ведь это нелегко, отец Михаил? Ну да, на данный час сегодня очень легко собрать детей из малозабезпеченных семей, инвалиды у нас есть, есть багатодітні дітки. Ну, мы стараемся, конечно, все с Божьей помощью. Господь управляет, мы как человеки не можем это делать, только Господь. Один Господь управляет тот путь, который мы берем в воскресной школе. В воскресной школе детей очень много, и дети разных категорий. И Господь дает нам силы выучить их стать людьми. На улице плохого, очень много плохого есть, а воскресная школа дает им ту любовь, ту теплоту и ту человечность, которую мы можем передать, как Господь нам дал, ту благодать. И, конечно, храм Божий мы посещаем на литургию, Рождество. Без литургии мы принесем дары. Какие дары мы принесем Господу? Наши дары – это наша величайшая грешность. Мы греховные. А дар Господу, как мы яслам принесем свои грехи, мы можем принести Господу наш труд. А труд – это есть пост. Пост – это есть величайший труд, и Господь посылает нам благодать в эти дни, величайшие дни. И знаете, есть такой случай, прихожане говорят, вот, батюшка, а когда следующий пост? Душа внутренним своим состоянием уже хочет поститься. И действительно, поститься, чтобы приблизиться к какому-то большому святу, а вот большое празднество, это у нас есть Рождество Христовое. И этот подвиг, который мы несем, подвиг поста, это есть наш дар нашему Господу Иисусу Христу. Отец Михаил, вы как священник, для вас праздник Рождества – это в первую очередь рождение Спасителя в мир. Но
Очень сейчас мы наблюдаем такую, можно сказать, тревожную тенденцию. Почему? Потому что вот просто Рождество с Рождеством, но именно само значение прихода Спасителя в мир, оно как-то замыливается, нивелируется. Вот главное — подарки, елка, главное — празднество, а главное, получается, что о главном-то мы забываем, но не мы, но вообще в мире. Это ведь опасная тенденция. Мы задаем себе вопрос: зачем пришел Христос в мир? Зачем? Есть такие вопросы, есть очень много людей, которые действительно задают вопрос: зачем родился Христос? Это действительно так. А Христос родился для того, мы говорим величайшими словами святителя Василия, который говорит: Господь воплотился в человека, чтобы человек стал Богом. Действительно, такие величайшие слова. Вот воплотился Господь. И где родился Господь? В яслах на окраине города, в таких условиях, где держит скот. Господь показал нам смирение, чтобы мы также смирялись и имели то внутреннее духовное смирение, которое очень мало у нас человеку по нашей состоянию греховности. Вот Господь нам предлагает своим Рождеством, что спасается человеческий род. Господь родился, и мы спасены. Отец Михаил, будьте добры, вы настоятельствуете в Свято-Воскресенском храме. Воскресение именно это для вас, конечно, ну и для всех православных христиан, правда, телезрители, это главный праздник, ну вообще два главных праздника, это Рождество и Пасха, воскресение Христово. Но будьте добры, если воскресение, если Пасха это праздник праздников, то Рождество все-таки это больше такой праздник, когда мы все, друзья мои, становимся немного детьми. И можно подойти к яслям, ну хотя бы мысленно, и склониться над рожденным Христом. И этот свет, он упадет и на нас. А что для этого нужно? Вы знаете, если взять старый типикон устав, там у нас есть такой момент, что Рождество и Пасха, Рождество это и есть тоже Пасха. Рождество это тоже Пасха? Да. Старые типиконы уставы говорят, да. Представляете, какое-то свято, большое празднество. Господь же родился, и цикл всего процесса идет к воскресению Христову. Действительно, это и есть Пасха для каждого человека. Как мы думаем внутри себя, как человек представляет? Постоянно, каждый год Рождество разное. Мы не можем говорить, Рождество сегодня такое, в 16-м, 17-м, 18-м, оно разное, для каждого человека разное. А почему разное? Потому что человек стремится к исправлению, исправлению своей, естества своего греховного. И период вот этот, каждый год человек исправляется, и мудрость человека дается познать уже совсем, с любой стороны духовной, Рождество так, как не понималось в том году. То есть, если для детей Рождество – это и торжественная служба, и рождественская елка, и, конечно, подарки, ну куда без подарков, особенно на Рождество, то для взрослого человека уже Рождество приобретает немножечко другой оттенок, и от Рождества к Рождеству он должен становиться лучше и лучше. Да, это духовный образ, духовный образ, потому что мы приходим в храм и на Рождество, самое величайшее, идет Евхаристия, божественная литургия, бескровная жертва. И мы приобщаемся со Христом. Прямолинейно причащаемся тело и крови Господня. Вот тут мы преображаемся. Вот это большая радость, духовная радость. Детям подарки, а взрослым духовная радость и внутренняя духовная радость, сердечная радость. И та радость сердечная, которую человек получает действительно на эти большие праздники Рождество и Пасха.
Есть благодать, человек вот причастился, он выходит из храма, он радуется, он хочет всем сделать добро, обнять человека, хочет показать ему свое такое внутреннее состояние любви, представляете, это благодать на человека сходит. И человек вот не хочется, не ссорится, и моменты есть, там идет он по пути, они там встретились какие-то люди, говорят, и такой-такой, он, нет, я вас люблю, и все. Представляете, какое-то внутреннее состояние человека, это та любовь, а Господь есть любовь. Господь пришел и показал нам любовь свою, величайшую любовь. Господь, Вседержитель, любовь к нам, человекам. Он воплотился в человека, а остался Богом. И эта любовь распространяется на нас, на нашу душу, на наше сердце. И нас ликует внутреннее состояние человека, ликует и торжественными словами. Ликование Рождества – это так чудесно. Но бывает, я думаю, что телезрители согласятся, что минуты, когда даже в Рождество хочется почувствовать этой рождественской радости, а ее почему-то нет, сердце не откликается. Как вы думаете, почему? Греховное состояние человека. Человек своим внутренним состоянием живет, знаете, как-то в оболочке такой греховной. Он считает, что ему кто-то что-то должен, что-то он должен то и то. Ну, внутреннее состояние человека перепадается с греховным состоянием чистоты. Вот Господь же видит душу нашу чистую и сердце наше чистое. Господь говорит, если вот мы молимся, то Господь говорит, что сердечная наша молитва. Есть умственная и устная, а есть сердечная. И Господь смотрит в сердце. А вот если человек не хочет, у него состояние такое греховное, он не радуется. Ему не нужно. Зачем? Господь не родился, родился. Мне не нужно это. Зачем мне? Так как и не нужно было в городе Вифлееме всем людям, как Матерь Божия пришла за Иосифом обручником, и не нашлось места Господу, чтобы в гостинице все были, и никому не нужно было это. И они в хлеву, где коровы, родился наш Господь Иисус Христос. Так и сегодня немногим людям нужен Господь. Все думают, что есть свое... своей воле, есть свой ум, есть свои силы. Зачем нам Господь? Нам не нужно Господь. А другие люди понимают, что без Господа мы никуда не двинемся с места. Даже пальцем не можем мы поднять без Господней воли. Господь все для нас. И смирение, и терпение, и любовь, и вера. Сегодняшний день, Рождество, если человек возрадуется даже через силу, ну, всякое бывает. Он ведь и попросит у Бога: «Господи, помоги мне, помоги порадоваться Рождеству». Ведь Господь преобразит и даже самую мрачную душу. Да, Господь любит всех. Мы знаем, что когда распяли Христа, было два разбойника. Один разбойник по правой стороне, а по левой. И один разбойник хулил Господа, говорил: «Спасися сам». А второй разбойник говорил: «Господи, помяни меня во царстве Твоем, сия будешь в раю». Так и мы, человеки. Господь любит всех, и бедных, и богатых, и убогих, и сирот, и инвалидов, всех. Господь милосердный наш, Он любит всех, и всей своей обильностью обнимает весь наш мир своей любовью, бесконечной любовью. У нас только нет любови. Мы не стараемся любить ближних, не стараемся любить. Даже соседей не стараемся любить. Мы осуждаем их. Осуждаем какой-то. А не смотрим в себя. Мы не можем сосредоточиться внутри себя. Не надо смотреть на соседа. Надо смотреть на себя. Какое твое согрешение. Какое твое внутреннее греховное состояние. Если мы увидим это, наше греховное состояние, человек, если увидит это греховное состояние, видение грехов, своих личных грехов, тогда, конечно, и труд будет, и спасение самого человека, и ближних тех людей, которые вокруг него.
И тогда и радоваться не возбраняется, да, отец Михаил? Да, конечно, это величайшая радость. Радость тогда, когда человек тоже дает ту радость, которую Господь ему дал. Он же не оставляет себя, а дает радость. Отдает радость. И всем приятно этой радости. И горит внутри все этой радости. Вот как интересно, Рождеству ведь уже сколько тысяч, сколько это? 2000 лет. 2000 лет. Представляете, телезрители, Рождеству 2000 лет. Но этот праздник, он каждый раз ощущается по-новому. Да, 2000 лет, и все по-новому. История пастухов, история волхов, дары, ладан, золото, смирно. Золото приносит как царю, ладан как богу, все сужение, а смирно это приносилось как человеку, помазалось погребение человека, помазалось смирно. Так и мы можем принести Богу свою веру, свою надежду и, конечно, свою любовь. Думаю, что человек есть своевольность, свободный человек. И если человек будет просить у Бога, надо попросить у Бога. Мы же забыли, что просьба – это есть молитва. Мы общаемся с Богом через молитву. Просим: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Господь услышит каждое слово наше. И я думаю, что все нужды человеческие, они не материальные, они духовные. Мы думаем, что все построено на материальном благе. Нет, все построено на духовном благе. Господь дает нам духовные дары. Тобто внутреннее состояние, любовь, веру, надежду. И когда мы просим Бога с чистым сердцем, просим, просто даже простыми словами можем попросить: Господи, помилуй меня, Господи, благослови, Господи, дай мне. Господь услышит каждое слово человека. Просто если мы это захотим. Если мы не захотим, мы будем ждать от кого-то, чтобы кто-то за нас попросил. Або в храм попросим кого-то: ты помолись за меня. А там нет, такое нет. Надо, человек сам должен прийти к Богу. Прийти своим внутренним состоянием, попросить Бога своими простыми словами. Господь услышит всю молитву, которую человек произносит. Господь знает все наши нужды. Господь знает все, что человеку нужно. Все знает Господь. Господь знает наши болезни. Господь знает наше состояние духовное. Отец Михаил, у вас здесь очень много разных икон, ну вот таких вот редких икон, да, это правда? Есть у нас список чудотворной иконы, она называется Сухокалигорская. Сухокалигорская от села Сухокалигорка, это Черкасской области, она список чудотворных икон. У нас очень много, ну, эта икона наша святынька, мы ее очень любим. Она находилась без рамки, мы не знали, что она есть у нас в нашем храме. А потом нашелся человек, нашлась женщина с Киева, когда приехала, говорит: я хочу сделать оклад этой иконки. Она сделала, передали нам этот оклад, мы аккуратно все сделали, в оклад иконочку, и есть она, молитва, мы прибегаем. И я постоянно прибегаю к этой иконе, списка чудотворная. Все наши прихожане молятся, мы молимся за наших деток в воскресной школе. Матерь Божия нас укрепляет. И, конечно, есть такой у нас величайший список чудотворной иконы Сухокалигорской. Она еще называется «Милующая». Милующая нас. Я желаю всем телезрителям, желаю всем в этот величайший празднество, Рождество Христово, которое мы будем праздновать, той любви, которую дает нам Господь. Любовь, она покрывает все наши согрешения, веры, надежды и, конечно, любовь. С Рождеством Христовым всем! З Різдвом Христовим вас вітаємо, і хай сяйво Віфлеємської зірки зігріває ваші серця. Саме про це і співають вихованці недільної школи Свято-Воскресенської церкви села Березнеговата.
і його настоятель, протоїрей Михайло Новацюк. Я, Ані Тарашевська, прощаюсь з вами. На все добре. З Різдвом. Thank you.